Особенное искусство особенных людей. Клуб молодых инвалидов и их родителей «Грани» готовится к масштабной акции. 2 апреля, в день распространения информации об аутизме, откроется выставка графики и живописи. Творческий процесс нам удалось увидеть изнутри. Ребята готовятся к выставке рисунков, которая будет проходить в музее Первого совета. Это один из проектов, который будет составлять акцию. С ребятами занимаются две молодые художницы Ксения и Дарья. Дважды в неделю они берут в ученики двух ребят, пробуют разные техники и сюжеты. Часть работ еще не готова, но название для выставки уже придумали. Другие – берега. Эти особенные люди, они как будто стоят на одном береге реки, а все другое общество на другом берегу. И они пытаются между собой общаться через эту реку. И чем громче они кричат, чем чаще они пытаются обратиться друг к другу, тем быстрее доходит эта связь. Поэтому мы хотим провести такой некий мостик с одного берега на другой. Сегодня на повестке творческого дня черно-белая графика. Богдан и Коля должны выполнить задание своих наставников. Рисуют окружающую действительность – дома, автобусы, животных. Богдан неуверенно выводит птицу. Анималистика ему дается нелегко. Теперь нарисуем крылья, да? Какие у птиц крылья? Большие, да? Они размахивают и летают, да? Да. Давай тогда нарисуем. Как они выглядят? Они к туловищу прикрепляются, да, крылья? Нарисуем. Давай вот здесь большие. Видишь, у нас здесь осталось место. Нарисуем, значит, здесь крылья большие, чтобы птичка у нас летать умела. Да? Да. Давай, бери тушь тогда. А это цветные рисунки с прошлых занятий. Ребята рисовали автопортреты, портреты своих мам и друзей. Девушки-художницы признаются, поначалу было волнительно. С аутизмом они ранее так близко, лицом к лицу, не встречались. Сначала как-то немножечко было волнение, как вот у нас все пойдет, найдем ли мы общий язык вообще, смогут ли ребята с нами как-то сотрудничать, мы с ними. Но знаете, чем чаще мы сюда приходим, тем любовь, которая возникает внутри к ним, к этим ребятам, она так становится все больше и больше и больше. А вот посетители будущей выставки наверняка влюбятся в картины ребят, ведь все они написаны сердцем. Это и есть тот самый мостик к окружающим. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.